Париж прибыли быки и коровы со всего мира. Там проходит международная выставка сельского хозяйства. В ней принимают участие фермеры из 22 стран мира. Многие из привезенных ими животных провели в грузовиках несколько дней, прежде чем попасть во Францию. Всего в Париже сейчас можно увидеть более сотни уникальных пород коров и овец. Французское сельское хозяйство – одно из самых передовых в Европе. В этой сфере работают около миллиона человек. Так что международная выставка животноводства – традиционное и масштабное событие. Увидеть лучших коров, а также обменяться опытом, туда приезжают тысячи фермеров со всего света.